Несколько месяцев назад на домах города стали появляться таблички с латинскими буквами и классом энергоэффективности. D нормальная, C повышенная, E пониженная. Уже по этим словам становится понятно, что не во всех домах экономно расходуются энергетические ресурсы. Чтобы выяснить связь букв на табличках с экономным потреблением энергии, мы обратились за разъяснениями в одну из управляющих компаний. Буквы зависят от того, как эффективно используется энергия. Электрическая, тепловая энергия на доме, вот, и насколько правильно действуют и собственники, и управляющая компания. И от этого зависит, какой класс энергоэффективности присваивается дому. На рентабельность дома влияет много критериев. Даже такая мелочь, как освещение в подъезде, поэтому обычные лампы накаливания заменяют на энергосберегающие и светодиодные с датчиками движения. То есть свет включится, если в подъезде хлопнет дверь, например. Когда движения нет, то лампы не горят. В класс энергоэффективности дома внутреннее потребление электрической энергии, горячей воды, холодной воды не входит. Все, что касается тепловой энергии, отопления всего дома, все, что касается электроэнергии на общедомовые нужды, да, вот это как раз входит в подтверждение класса энергетической эффективности. Присвоенный дому класс энергоэффективности влияет на размер коммунальных платежей. Так, дома класса С потребляют примерно на 30% меньше энергии, а значит и платить жильцы будут меньше. А дом с литерой Е, наоборот, потребляет тепла и электричество на 25% выше нормы. Соответственно, сумма в квитанции будет больше. То есть, чтобы снизить плату за коммунальные услуги, нужно встать на путь рационального использования ресурсов. Только совместными усилиями с управляющей компанией можно добиться какого-то эффекта в энергосбережении и энергетической эффективности. Ну, в частности, например, если в доме, особенно в старых домах, старое освещение, электропроводка, старые лампочки неэффективные, то, конечно же, надо эти лампочки менять на более энергоэффективные, светодиодные. Присвоенный дому класс энергоэффективности действителен в течение 5 лет. Но если жильцы дома совместно с коммунальщиками смогут снизить расход энергии, то на основании заявления класс энергоэффективности поменяют и раньше. Елена Грицкова, Владимир Лисик, Александр Мальков, служба новостей, Саров, 24.